ultima tappa, c'è in arrivo anche Toto Moulin, ecco l'altra guardia, il vincitore del Giro d'Italia della passata stagione, arriva anche uno stremato tipo Pinot, ha lasciato il segno. Хороший тест для горняков, для наших горняков. Сам по памяти помню, это Занкалан в 2010 году. Такой перевертыш хороший, да. По-моему, 7 километров, но такая. Там на ноги даже встать негде, по-моему, не было. Потому что если ставишь на ноги, то можешь перевернуться назад. Для нашего горняка Лопеса это идеально подходит. Посмотрим, как он справится. Команда, в принципе, поможет по максимуму ему. И надеюсь, все-таки сегодня на хороший результат. ¿Estás colombiano? ¡Ay, colombiano! ¡Hola! ¡Pero Luciano López! ¡Ah, sí! ¡Se le notó para mí! ¡Cinco minutos! ¡Que se deje ver el colombiano! No, pues, en la jugada fue hasta que le mó un vueltazo para el clasificado. Con la viejita, con la viejita. Мы находимся у подножья горы Дзанкалан, это финальная гора 14 этапа. Это очень крутой подъем, один из легендарных подъемов Джиро д'Италия. В эту гору не пойдут вторые технички машин, только первая техничка. Поэтому механики каждой из команд, по одному механику от каждой команды, будут подниматься на Дзанкалан на специально подготовленных мотоциклах. Мы только что оставили нашего механика Габриэль Тазел в месте, где находятся все мотоциклы. Он в сопровождении мотоциклиста с велосипедом и с двумя колесами будет подниматься за гонкой. Да, это не... мы сейчас находимся за 250 метров до финиша. Огромнейшее количество народу, очень узкое пространство дороги, вот буквально на одну техничку. Ни справа, ни слева нельзя будет машину объехать, даже на велосипеде. Очень-очень узко. Невероятная обстановка, это Джиро д'Италия. Астана! Eccolo, dai, dai, dai! Dai, bravo lo stesso! Bravo! Genio! Il portacolori! Il portacolori! Astana Pro Team! Gli applausi sono per Miguel Angel Lopez! We knew that we had to do a chrono escalada, and I did my best effort. I was going in progression from less, starting from less, and keeping always a small point for the last moment. And good job. Also, Miguel showed that has legs, so for sure we have something to say for the last week. Oggi è un'etapa veramente dura, prima etapa di alta montagna, però abbiamo dato un passo avanti, la squadra è stata benissimo come sempre, tutti i compagni bravi, dai, pensiamo a domani che sarà un'altra giornata più impegnativa e importante che la condizione è buona. Claro che sì, un saluto molto speciale a tutti i tifosi di Kazakistan e no, niente, che disfrutino di tutti questi giri. Закончился этап с эпическим финишем в гору Дзанкалан. Этап не выиграли, но майку молодого гонщика забрали, белая майка у нас. Супер. Поэтому настроение сегодня хорошее. Можно показать наш камион. Это вот наш. То есть в грузовике есть два деления.
Сегодня поговорим о первом отделении. Это мастерская. Мастерская это, то есть, где у нас находятся все велосипеды, все запчасти и так далее, и так далее. Вот. Как в нормальных всегда мастерских, всегда есть верстак. То есть это стол рабочий с тисками. В этом отделении, то есть каждое место используется для чего-то. То есть почему? Потому что очень много запчастей, и чтобы все-таки было какое-то пространство для движения внутри. Вот, то есть везде, вот если так посмотреть, здесь есть и стеллажи, и даже здесь внутри, вот, это все открывается. И что-нибудь здесь найдешь, как всегда. Вот открывается, и здесь можно видеть, что здесь инструменты лежат разные. Это ряд колеса, потому что колес у нас много разных всяких, то есть под определенные этапы. Все колеса для индивидуальной гонки на время. И, естественно, велосипеды. То есть велосипедов, как я говорил, на каждого гонщика около 5 велосипедов всегда. Вот. Ну, плюс запасные рамы, запчасти, трубки, резина и так далее, так далее, так далее. Вот. И все, вот каждый день, когда мы приезжаем с гонки, в течение 2 часов максимум все велосипеды опять моются начисто и проходят полностью контроль. То есть смазка, проверка колес, всех подшипников, всех болтиков, болтов и так далее, и так далее. То есть каждый велосипед, каждый день обязательно должен быть в руках, в красивых и умелых руках наших механиков. Завтра у нас опять горный сложный этап, который опять же может внести изменения в генеральную классификацию. Вот поэтому будет интересно смотреть. Так поэтому, как всегда, следите за нами, болейте за нас, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал.